чем сущность истории? Что происходит по мере развития истории? В чем состоит это развитие, если мы принимаем во внимание, что главными субъектами исторического развития являются люди, и что происходит с ними? И вот мы обнаруживаем, если мы как бы будем отрицать чисто внешние формы, то есть не акцентировать внимание на внешних формах классовой борьбы и даже на самой классовой борьбе, а будем смотреть, каков же результат этого движения, каков результат этой борьбы. И мы наблюдаем, что вместе с развитием средств производства происходит и развитие членов общества. Это очень легко видно на примере высших классов общества. Всем понятно, что рабовладение означало очень быстрое развитие рабовладельческого класса. В том числе его духовное развитие и физическое развитие. Там процветали и физическая культура, и духовная культура. Там процветали музыка, живопись, стали развиваться науки и так далее. Точно так же можем сказать, что с развитием феодализма феодальный класс, или дворяне, как это было в России, или как называются феодалы в России, дворяне, тоже развивались и достигли очень больших высот. И вот тот прекрасный Петербург, в котором мы живем, это есть результат творчества, в том числе и дворянского класса, который организовал строительство этих великолепных дворцов, зданий, сооружений и так далее. Наконец, всем понятно, что буржуазия вкладывает средства не только в создание новых предприятий и не только в те предприятия, которые дают прибавочную стоимость, но она вкладывает средства, соединив усилия через государство, которое, как известно, комитет по делам буржуазии в буржуазном обществе, через государство вкладывает значительные средства в развитие образования. Сейчас мы не говорим о том, мало это или много, но то, что, безусловно, буржуазный класс обеспечивает развитие образования, это факт. Другое дело, что как в рабовладельческом обществе это развитие, о котором мы говорим, было уделом не всех, в феодальном обществе это развитие было тоже уделом не всех, в буржуазном обществе оно является уделом не всех, и вот только если мы возьмем первую фазу коммунистического общества, там эта задача развития ставится так, что она относится не к отдельным классам, а ко всем членам общества. При составлении первой программы партии, которую, как известно, в первоначальном варианте подготовил Плеханов, в этом проекте программы Плеханова было записано, что производство при капитализме, при социализме будет развиваться для удовлетворения нужд общества. В шестом томе полного собрания сочинений Ленина вы можете посмотреть реакцию Ленина на эту формулировку. Он говорит, такую-то организацию производства еще и тресты могут дать. Этого недостаточно. Надо обеспечивать полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Эта же формулировка, буквально в том виде, в каком она была предложена Лениным, перекочевала из первой программы партии социал-демократической во вторую программу, уже в программу Коммунистической партии Российской, РКПБ, где записано, что производство при социализме имеет целью обеспечение благосостояния и всестороннего развития, и всестороннее развитие всех членов общества. Всех членов общества. И вот если мы с позиции более высокого развития, то есть с позиции той цели, которая сформулирована в развитой форме, посмотрим на всю предшествующую историю, то мы должны сказать, что не только по отношению к правящим классам имело место это развитие,
но имело место и развитие по отношению к классам эксплуатируемым и классам угнетаемым. Причем хотел это класс или не хотел правящий, но так или иначе он способствовал известному развитию и угнетенного класса, и поэтому можем сказать, что весь ход истории шел к тому, чтобы и не только шел к этому, но и характеризовался тем, что осуществлялось в той или иной мере, конечно, в неравной степени, развитие, обеспечение благосостояния и развитие всех членов общества. Но труднее всего это воспринимается по отношению к рабам. Какое же тут развитие, когда раба можно было в каждый момент убить? Давайте не будем забывать, что до появления рабства, когда прибавочный продукт был столь невелик, что один человек не мог прокормить никого, кроме самого себя, рабство было невозможно, поэтому противников, захваченных в боях с другими племенами, просто убивали. Я думаю, что все согласятся с тем, что одно дело, так сказать, когда противников убивают, другое дело, когда их обращают в рабов. Это, так сказать, появление такой возможности остаться живым для побежденных было известным прогрессом. И это тот прогресс, который позволял им существовать, ну и хотя и влачить рабское существование, но в той или иной мере тоже развиваться. Тем более, что тенденция, которая была у рабовладельцев, к тому, чтобы все функции передавать рабам, какие только возможно, она приводила к тому, что появились даже среди рабов драматурги, появились архитекторы, и элементы образования проникали и в эту самую рабскую среду, тем более, что рабы – это не обязательно были необразованные люди или люди неразвитые. Если это были члены другого племени, которые потерпели поражение в бою, это не значит, что они не имели соответствующего развития. Они достаточно развиты были, и это развитие тем самым сохранилось, не пропадало. И оно проникало и в толщу массы рабов. Когда состоялся переход рабовладения в феодализм, то процесс развития работника продолжался. Каким образом? Ну, во-первых, на барщине работники имели дело с новыми, более современными средствами производства, которых у них не было. Не было у них в том хозяйстве, которое они вели на выделенной им помещикам земле. Они работали на барщине коллективно, и, так сказать, навыки коллективизма приобретали прежде всего на барщине, с одной стороны. С другой стороны, на своей полосе, на которой они осуществляли и организовывали труд своей семьи, они были свободны в определении того, что производить, как производить, что сеять, что сажать, когда убирать. То есть они должны были считать и время, они должны были иметь соответствующую сметку. И не случайно, что крестьянин уже представал как человек, который достаточно развит во многих отношениях, даже если у него не было какого-то образования. Тот коллективизм, который существовал при организации труда на фабрике, крестьянин распространил на организацию своего собственного труда. Мы знаем, что, скажем, в России имела место община. Крестьяне совместно решали вопрос о том, кто каким куском земли будет владеть в следующем году, для того, чтобы это было справедливо. Кто и как будет пользоваться покосами, лесами, который помещик предоставлял в пользование крестьянам для того, чтобы они могли там собирать грибы, ягоды, косить и так далее.
И тем самым и в этом отношении навыки самостоятельного и коллективного ведения хозяйства, они получили достаточно большое развитие. То есть, хотя мы очень часто говорим, что крестьянин был забит, а мы сейчас вот с вами, когда мы берем вот эту линию движения, движение от одной формации к другой, мы видим, что по мере продвижения от одной формации к другой развитие работника возрастало. Наконец, мы знаем с вами, что уничтожение крепостного права, освободившего от крепостных пут рабочего, потребовало от предпринимателей, фабрикантов соответствующие организации производства на основах найма. Они должны были заботиться о том, чтобы рабочие имели определенное образование, без которого они не смогут использовать улучшенные средства производства. Они должны были получить известную умелость в пользовании этими средствами производства, поэтому капиталисты должны были обучать или организовывать обучение рабочих. Рабочим специальностям. То есть капитализм, при том, что он имеет свои отрицательные стороны, имеет и ту положительную сторону, что он выковывал новый класс и готовил его по существу к тому, чтобы этот класс мог в дальнейшем управлять страной. И вот когда мы говорим о том, в чем эти особенности работ Маркса и Энгельса, что они впервые поставили вопрос не о том, что это просто страдающий класс, что вот рабочие, это они страдают от этого, от эксплуатации, от всего, не просто страдающий класс, а это тот класс, который обладает уже необходимыми качествами для того, чтобы построить свое государство и осуществлять развитие в рамках этого государства. Ну, по итогу того, что имело место при социализме, мы можем сказать, что вот Россия в рамках переходного периода, а затем и в рамках первой фазы коммунизма, значительно продвинулась по пути развития. И даже вот после реставрации капитализма в России мы должны сказать, что во многом могущество, сила России держится на том, что было создано в условиях социализма, прежде всего, это та космическая программа, на которой базируется вся нынешняя деятельность в космосе. Это тот уровень образования, который, можно сказать, не столько повышается сейчас, сколько снижается в связи с новациями, которые проводятся нашим Минобрнауки. Ну и, тем не менее, мы должны сказать, несмотря на то, что отдельные, так сказать, представители или даже целые слои класса буржуазии, так сказать, не понимают значения образования даже развития капиталистического производства, в том производстве, которое является современным, там, где используются новейшие достижения техники, там и требования к развитию работников, они повышаются и растут. Ну, пример. Вот если вы представите работу, скажем, порта или ЗАО «Первый контейнерный терминал», где перегружается 35% всех контейнеров России, там растет производительность труда, все время применяется новая техника. В кабине докера, механизатора, который сидит в этом громадном перегружателе, трехэтажном по размеру, имеется компьютер, в компьютер заложена траектория его движения, указан адрес того контейнера, которые ему нужно взять, указано, какие контейнеры он должен снять, так сказать, какой контейнер взять, куда поставить и куда отвезти. То есть человек работает, пользуясь вычислительной машиной, которая находится у него в машине, и без этой вот техники сегодня, которая вооружила рабочих, там не обойтись. Не случайно, что в порту работают люди и с двумя, а то и с тремя образованиями. На должности докеров-механизаторов. Вот, так сказать, что мы предусматриваем. Если мы под покровом из всяких вот внешних форм
усматриваем вот эту тенденцию, которая никогда не прекращается и которая продолжает свое действие, про которое Маркс говорил, что вот крот истории, он совершает свое дело, он продолжает рыть. В итоге, какой мы можем сделать вывод? Что сущностью истории является движение к обеспечению благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Сущностью истории является движение к обеспечению благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Тем самым мы с вами вот при рассмотрении этого вопроса применили не только те известные категории бытия – качество, количество, мера, но и категории сущности, которые есть снятое бытие и есть погружение, так сказать, в глубину для того, чтобы увидеть то, что скрыто за внешней формой проявления. А что на поверхности исторической жизни или что мы можем вот просто увидеть, если будем глядеть? Если будем просто смотреть, если будем спрашивать, а какое ваше мнение, мы на поверхности будем иметь что? Кажимость или видимость. Если это видно, то это и есть видимость, кажимость. Применительно к историческому материалу можно сказать то же самое, что сказал Гегель, применительно ко всеобщему слово «употребление» к всеобщему применению этой категории. Видимость, с одной стороны, она является некоторым затемнением сущности, поскольку видимость не сущность, а только видимость. Это есть некое бытие, а бытие – это не сущность. А с другой стороны, это видимость, то есть это бытие самой сущности, поэтому это сама сущность, но как видимость. То есть противоречие между тем, что оно есть выражение сущности, и тем, что оно есть отрицание сущности, прежде всего выступает как видимость. Когда же мы от этой видимости идем вглубь к самой сущности истории, то мы обнаруживаем или мы фиксируем то основание этой видимости. Так сказать. Вот эта видимость тогда выступает как основанная, а то, на чем оно основано, выступает как основание. Основание и основанное – это характеристики чего? Характеристики исторического существования. Вот вы, наверное, обратили внимание, что пока мы использовали категории сферы бытия, то есть категории первого тома «Науки и логики» Гегеля в применении к анализу исторических явлений, мы слово «существование» вообще не употребляли. Потому что существование означает не просто наличие, не просто что это есть, а существование означает есть вместе с основанием для этого бытия, и когда это вот бытие выступает как основанное, основание и основанное. Просьба не путать с безразличной основой. Основание и основанное. Вот эта пара категорий выражает связь между, так сказать, глубинной сущностью и внешней видимостью. Если что-то существует, это значит не просто оно есть в своих каких-то связях, в отношениях, и вот в этом смысле событие, событие историческое, или другими словами, со-бытие, обратите внимание, событие, оно никогда не бывает одно, оно всегда связано с другими бытиями, с другими событиями. И поэтому, когда мы берем событие, то оно выступает как некое существующее бытие, а не как такое бытие, которое просто бытие. То, что существует, существует благодаря своему основанию и условиям. И условиям. И условиям.
Вот, например, человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Не только воспитания, но и обстоятельств. Обстоятельства – это вот те условия, в которых внешним образом выражена сущность. Когда мы представляем что-либо как существующее в историческом анализе, мы должны обрисовать его не только самого по себе, но обязательно через те обстоятельства, при которых оно возникло, и обязательно через те связи и отношения, в которых оно находится. Вот тогда мы взяли это историческое событие как существующее. И вот применительно к такому историческому событию, как существующее, можно применить уже новую категорию, которую мы тоже с вами слышали, знаем, но важно ее употребить, так сказать, в нужном месте. Значит, мы обращаемся к учению о сущности Гегеля и видим там, что он берет соотношение формы и сущности. Всякая сущность имеет форму. Эта форма разная. Понятно, что если мы переходим от одной формации к другой, то одна и та же сущность, одно и то же движение к обеспечению благосостояния и всестороннего развития всех членов общества принимает самые разные формы, типичные для одной формации, нетипичные для другой. Форма и сущность. При этом, что мы должны сказать? Поскольку это две стороны одного противоречия, то форма существенна. Нельзя сказать, что это просто форма. Особенно это не понимают или не понимали в последнее время, когда говорят, у нас просто форма меняется, мы реформируем. Такую форму поменяли, и поменяли и сущность. И поэтому все эти самые реформы являют собой способ изменения сущности прямо даже на противоположность. Как называлась военная реформа в армии, которую проводил Сердюков, которого отправили в отставку, а вообще-то его должны отправить за решетку, за его деяния. Как называлось? Изменение облика армии. Будет новый облик. Что такое облик? Вот вы волосы покрасили, это же новый облик, правильно? Или вы одели другое платье, это тоже новый облик. Так что у нас, армия должна облик менять или она должна совершенствовать боевую подготовку и обеспечивать обороноспособность страны? Что задача? В чем задача армии? В чем сущность-то? Развитие армии. В том, чтобы новую форму, и от этой формы, как известно, очень много поболело солдат, поскольку планировали один материал, но на этапе изготовления поставили другой, и солдатики замерзали в этой самой форме под лозунгом «Новый облик армии». Как вы знаете, новый облик милиции и превращение в полицию немного продвинул, да? Как только, значит, до этого говорилось, что вот так много всяких злоупотреблений в милиции, а вот сейчас будет полиция, и тогда что? И тогда злоупотребления эти же проявили себя в полиции, причем это не факт, что худшие кадры были в процессе, так сказать, отбора в полицию, что худшие кадры были отсеяны. И какие-то и лучшие отсеяны, которые не смотрели в лоб начальству, которые не позволяли брать взятки, их тоже могли отмести. Поскольку кто ее проводил? Проводили те или иные чины. А, так сказать, какие люди берут взятки? Люди берут взятки, которые имеют какие-то звания и чины, а не те, которые не имеют никаких чинов и званий. Значит, форма существенна, а сущность формирована. Не бывает сущности без формы. То есть, если кто-то доказывает, что он добрый человек, а дела его злые, не верьте ему, что он добрый человек. Не верьте. Потому что если он добрый по сущности, это должно проявляться в соответствующих делах. Или, как в Писании записано, это мудрая книга, там записано «по делам их узнаете их». Что значит «узнаете их»? Вот узнаете их сущность по делам, а не по словам. А депутатов у нас узнают по словам. И по словам выбирают. А поскольку отзыва нет депутатов, не предполагает парламентская форма организации демократии,
то поэтому это определение того, кто должен плодить законы, по словам, ну, дает постоянные негативные результаты. Наоборот, советская форма, которую открыл рабочий класс России, она позволяет отзывать тех, кто, может быть, красиво говорит, но не делает в соответствии с тем, что он говорит красиво. Почему она позволяет отзывать? Потому что выборы до середины 30-х годов, с момента создания советов, самых первых советов в 1905 году, потом советов 17-го года и так далее, проходили по фабрикам и заводам, а собрание коллектива фабрики или завода легко может отозвать того представителя, который они избрали как депутата. Не так, что только выдвинуть кандидатом в депутата, а избрать или вернуть его на место. И тем самым он, так сказать, вылетал из более высоких звеньев советской системы, поскольку, значит, городской совет формировался непосредственно выборами на предприятиях, а съезд советов уже складывался по представительству от городских и областных советов, поэтому человек мог улететь и со съезда. А Центральный исполнительный комитет уже формировался на съезде советов. Но если человек отозван каким-то предприятием, он тем самым выпадал из Центрального исполнительного комитета. То есть каждый элемент советской системы мог быть отозван. Нынешняя система парламентского представительства исключает отзыв депутатов. Итак, форма существенна, а сущность оформлена или формирована. А вот если возьмете вы сущность вместе с формой, то что получится? Сущность, взятая вместе с формой, есть содержание. Есть содержание. И мы при этом можем, конечно, отличать форму и содержание. Но, так сказать, мы не можем взять содержание без формы. Содержание всегда имеет какую-то форму. Вот если вам хочется изложить какое-то содержание, вам придется употребить слова. В частности, содержание мысли выражается в словах. Или, как говорит Гегель в самом начале своего произведения «Наука логики», мысль отлагается и проявляется прежде всего в языке. То есть человек мыслит вот в этой форме. И вне этой формы он не мыслит. Все остальное – это образы, скажем. Вот образы у меня будут какие угодно, мне для этого слова не нужны. Правильно? Скажем, для выражения музыкальных образов тоже слова не нужны. Для того, чтобы нарисовать картину, и чтобы она вам понравилась, тоже слова совсем не обязательны. Вы посмотрели, пришли на выставку и были потрясены. И даже сказали, что нет слов для выражения моего восхищения, они не нужны. Поскольку это другая форма постижения мира в образах, а не постижения мира в понятиях. Двигаемся дальше по системе категорий диалектики. Значит, если мы возьмем теперь форму, содержательную форму, то она выступает как некое явление. Явление. Мы что будем изучать? Историческое бытие, историческое существование или историческое явление? Вот я бы так поставил вопрос, поскольку он редко так ставится в исторических работах. А вот мы здесь на занятиях по философии и истории можем так поставить вопрос. Ну и ответ будет такой, мы будем изучать историческое бытие. Это, так сказать, первый шаг к тому, чтобы изучать историю. Мы будем изучать историческое существование. Непременно, а не только видимость и кажемость. Мы будем изучать исторические формы, историческое содержание, историческое явление. Но у каждого, вот если вы представите себе явление, которое находится в противоречии с содержанием, это явление живое, изменяющееся. Мы будем изучать изменяющееся явление, а не такое явление, которое является неподвижным. А что в этом вот изменении?
в этом непрерывном колебании, в этом преобразовании формы что-то есть постоянное или нет? Вот то постоянное, что есть, то есть спокойное явление, как называется, как вы думаете? Спокойное явление. Что это такое? Чувствую, что я вас немножко перегнал в изучении науки логики. Течение. Спокойное явление – это закон. Закон явления. Закон. Вот скажем, что такое закон стоимости? Цены могут быть выше, могут быть ниже, но есть центр колебаний цен, стоимость. И вот вокруг стоимости идут все эти самые колебания. А вот закон цены уже не в простом товарном хозяйстве, а в капиталистическом хозяйстве – это цена производства, издержки производства плюс средняя прибыль. Прибыль перетекает в другую отрасль до той поры, пока не уравняется нормы прибыли, чтобы было безразлично для капиталистов, в какую отрасль вкладывать. Безразлично. Естественно, если где-то будет большая выгодность, туда пойдут капиталы. Капиталы сейчас особенно легко переправлять в другую отрасль, потому что покупаются одни акции, продаются другие, и, соответственно, и средства перетекают в ту отрасль акций, которые активно раскупаются. То есть мы добрались с вами до закона. И как вы думаете, историческая наука должна изучать законы? Или она должна только фиксировать внешние формы проявления и описывать те явления, которые имеют место? Но я думаю, достаточно этот вопрос поставить, чтобы на этот вопрос и ответить. Всякая наука, если это наука, она не ограничивается познанием внешних форм, и не ограничивается только явлениями. И в самом понятии явления уже предполагается, что есть сущность, которая является. И вот эта та сущность, которая является, есть закон. Закон в этом смысле отрицание. И вот этому беспокойному царству явлений соответствует спокойное царство законов, говорит Гегель. Было бы очень хорошо, и я надеюсь, что так и будет, если бы вы в своих дипломных работах не ограничивались бы описанием там, или перечислением, или указанием дат и фактов, взятых по отдельности, а если бы вы прослеживали вот через эти категории, которые мы рассматриваем, движение, изменение, и находили закон этого движения, этого изменения. И это был бы большой вклад в историческую науку. Но, как мы знаем, в силу вот нынешней подготовки в плане философском и диалектическом, это относится не только к исторической науке, но и к другим, пока еще эта подготовка на таком уровне, что здесь, как говорится, вы здесь можете быть людьми, которые осваивают это дело впервые. Несмотря на то, что сама наука логики, как систематическое изложение диалектики, появилась, ну, уже довольно давно, в 1812 году. И в этом году исполнилось ровно 200 лет. Но это для философов кажется много, для историков, я понимаю, 200 лет – это вообще ничто. Правильно? Что такое 200 лет с точки зрения историков, которые там все изучают с древних времен и до настоящего времени? Я думаю, вы слышали и такое понятие, которое называется действительностью, действительность. А мы будем только исторические явления изучать и открывать их законы, или будем еще и историческую действительность изучать? Вот обратите внимание, что у нас уже получается, какая цепочка категорий. Бытие будем изучать, да? Будем изучать, ну, качество и количество этого бытия, меру будем изучать, будем видимость, кажимость изучать, существенное, несущественное будем изучать, будем изучать существование, основание основанное, будем изучать форму и сущность, форму и содержание. Будем изучать явление и его закон,
А вот на поверхности эта сущность неужели себя не выявляет никак? Нельзя ли на поверхности явлений увидеть, выделить то, что выражает вот этот закон, и что выступает как бытие? Бытие снова выступает как бытие, но уже как бытие в сущности, которое демонстрирует некое единство между сущностью и проявлением. И вот такое выявление сущности на поверхности в бытии называется действительностью. Действительность. Действительность – это выявленная сущность. Не такая сущность, что мы еще должны ее выявлять, а она прямо уже лежит на поверхности. Другое дело, что мы можем ее не увидеть, если мы ее не изучаем. Так может быть, что у вас есть билет, но он недействительный. То есть мы различаем между тем, что действительно, и тем, что недействительно. То есть на самой поверхности исторической жизни мы должны различать то, что действительно, и то, что недействительно. Ну, если мы применим сюда то знание, теории развития, которая у нас уже есть. Развитие – это что такое? Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. А во всяком развитии, поскольку оно есть процесс борьбы противоположностей, действуют противоположные тенденции. Одна из них совпадает с общим направлением развития и называется поэтому как? Прогресс. А другая противоположна развитию. В самом развитии и называется регресс. И вот на поверхности экономической жизни и исторической жизни мы можем увидеть то, что соответствует прогрессивному движению, а что соответствует реакционному движению. Вот, например, у нас есть в России много убийств сейчас, терроризм и так далее. Это действительность современной России или это отрицание действительности? Как это выразить? Если я скажу, что это отрицание действительности, то это не значит, что я сказал, что его вообще нет, да? Это есть, но это есть отрицание развития общества. Это есть то, что противоположно развитию общества. Это то, что регрессивно. И то, что противостоит прогрессу. Ну и все те другие явления, с которыми связано движение вспять, назад, там, ухудшение образования, это есть? Есть. Так это что, и действительность, что ли, нашего образования? Нет. Действительность нашего образования состоит в том, что есть люди, которые, несмотря на усилия нашего министерства, тем не менее хорошо занимаются, так сказать, готовятся и достигают значительных результатов в своей подготовке. Потому что на самом деле, какое министерство может вам помешать читать гениальные произведения? Соответственно, готовиться и самого себя или саму себя развивать. Никакое министерство помешать не может. Поэтому те люди, которые уж очень ссылаются на обстоятельства, говорят, мне обстоятельства помешали. Мне вот, или некоторые ученые говорят, мне не давали писать. Как можно не дать писать? Купите бумагу, купите чернилах, а можете просто авторучку, шарику, и пишите себе. Говорят, а меня не опубликовали. А нечего публиковать у тебя. Ты напиши. А есть такой закон, про который Энгельс писал, что когда в силу отставания сознания от бытия, идея вызревает тогда или появляется тогда, когда для нее уже есть, для ее появления, для ее распространения есть соответствующие условия. Или они находятся, по крайней мере, в процессе становления. То есть надо еще побороться немножко, чуть-чуть. А у Гегеля вы можете найти, там, где речь идет о существовании, еще одну мысль, очень жизнеутверждающую. Она звучит так. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование.
Ну, это точно так же, как вот для того, чтобы стать специалистом-историком, то есть закончить исторический факультет. Это надо сдать, то надо сделать, диплом написать, госэкзамен сдать, то-то-то-то-то-то, все это сделать, семинар посетить, курсовые сделать. Это все, когда вы все это сделаете, это все отдельные, частные, вроде отдельные условия. В итоге, когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Почему? Да потому что вот эти условия – это и есть сама суть дела, сама сущность, но такая во внешней форме себя проявляющая. Поэтому надо спокойно осуществлять вот эти внешние, казалось бы, такие дела, которые с виду не кажутся сущностью, а в итоге вы получите ту самую сущность, которая через эти внешние формы входит в существование. Когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Учение о понятии. В третьем томе науки логики есть очень ценная мысль о том, что всякая суть дела расщеплена на бытие и долженствование. На бытие и долженствование. Что такое долженствование? Как выразить долженствование? Долженствование выражается таким положением – быть тем, что оно не есть. Вот вы закончили факультет исторический? Не закончили. Вот быть тем, что вы не есть – это есть ваше предназначение на данный момент, правильно? Быть тем, что вы не есть. А не просто, дескать, вот я вот студентка. Ну и что? А в чем смысл-то студентки? А в том, чтобы быть тем, что я не есть. То есть, чтобы стать уже специалистом, а не только студентом, правильно? Вот это и есть долженствование. Когда мы говорим, что это есть, то есть бытие, есть, это бытие. Тут нет никакого движения. Это мертвое изображение исторических событий. А когда мы берем это самое, эту суть дела, как расщепленную на бытие и долженствование, мы берем не просто само бытие, а мы берем это бытие в движении. В движении низшего к высшему, простого к сложному, в развитии. И это совсем другой взгляд на ход истории. Понятное дело, что все эти тенденции к развитию, они сталкиваются с прямо противоположными тенденциями. Наряду с позитивной тенденцией есть негативная, и этот процесс развития исторического есть процесс борьбы. И вот изображение этого процесса, или изображение истории, как борьбы противоположностей, и не только как классовой борьбы, потому что всякое развитие совершается в борьбе, и развитие духовное, и развитие физическое. Все процессы исторические, которые мы рассматриваем, все совершаются в порядке борьбы противоположностей. И поэтому только такое изображение этого движения является действительно богатым, исторически красочным, когда в нем есть и то, и другое. Взята и та, и другая сторона, и показано, как идет борьба. Борьба идет, как известно, с переменным успехом. Революции могут сменяться контрреволюцией. После контрреволюции могут опять идти революции. Движение вперед может останавливаться и наступать реставрация. Реставрация может прекращаться и снова наступать позитивные движения и так далее и тому подобное. Это мы все знаем. И вот задача очень непростая, которая стоит перед историками, изобразить вот это движение общества, потому что это и есть обществоведение, ну, в таком высоком смысле слова. Что такое обществоведение? Это знание об обществе. Какое это знание об обществе, какое оно вот в виде мгновенного снимка предстает, или в виде вот этого процесса постоянной борьбы, в котором мы различаем самые разные моменты. И которую я и перечислял. И когда мы уже от действительности снова обращаемся, так сказать, вот к основанию, то есть снова углубляемся в сущность, мы называем вот эту сущность уже не просто сущностью, а субстанцией. То есть мы никогда не забываем, что вот то, что вот, хотя оно и выявленная сущность, она же не просто вот на поверхности, а она связана с самой глубиной этой сущности. И вот субстанция – это последняя категория учения о сущности. Если вот у уважаемых слушателей на сегодняшний день вызывает сложности восприятия этого материала,
Хочу вам сказать, что в России имеется очень мало людей, которые изучили учение о сущности, которые могут воспроизвести эту систему категорий. Так что вы здесь ни в какую худшую историю не выделяетесь. Это действительно очень непростые вещи. Я надеюсь, что кто-то из вас, когда он самостоятельно будет изучать науку логики, вот, сможет опереться на то, что было на лекциях, потому что это действительно очень сложно самостоятельно изучить. Поскольку науку логики нужно не просто читать, а ее нужно штудировать. А чем отличается штудирование от просто чтения? Штудировать – это значит снова возвращаться к прочитанному, осмысливать, и особенно сбивает с толку только именно то, что вот, кажется, вы все поняли, уже все у вас тут стало ясно, хорошо, прошли немножко дальше, оказывается, вот это уже не истина, а истина вот это вот следующее. Ну и так построена вся наука логики, потому что всякое движение дальше, всякая следующая категория – это истина предыдущей. То есть каждый раз вы достигаете истины, но истина у всех предшествующих категорий. А следующая категория – это истина вот этой категории. Вот если мы возьмем два тома науки логики, они, две книги, как обычно сейчас издают, в 1971 году издали две книжки «Науки логики», и как бы все книжечки по отдельности. Это, конечно, удобно таскать, так сказать, по не все сразу, поскольку все равно все сразу не изучишь, с одной стороны. С другой стороны, в собрании сочинений, так и у Гегеля, изначально в немецком издании сначала шла объективная логика, это учение о бытии, учение о сущности, и, наконец, субъективная логика, вторая книга. Второй том учения о понятии. А тут вроде как на равных идут учения о бытии, учения о сущности, учения о понятии, как будто вот сущность и бытие – это что-то рядоположенное. Это не так. Потому что сущность есть сущность этого бытия. И поэтому не случайно они вот при издании изначально, в издании 1937 года, когда было опубликовано собрание сочинений Гегеля, вот они представлены в виде пятого тома сочинения Гегеля. Объективная логика. Объективная логика. Как бы мы абстрагируемся здесь от, так сказать, познающего субъекта. А вот в следующей, третьей книге, то есть во втором томе, субъективная логика, учение о понятии, мы уже никак не абстрагируемся от этого познающего субъекта. Ну вот, можно сказать, что вот эта книжечка «Учение о сущности» самая тонкая из всех трех. Она вот такая тонкая. Но если, не дай бог, кому-то не поздоровится, и он попадет в больницу, или куда-то ему нужно уехать далеко, и он там будет находиться долго, вам ее хватит на долгое время для изучения. И еще останется. Еще останется. Вот. Вдобавок, это очень хорошее средство для воспитания детей. Когда мне нужно было уложить детей спать своих, я им зачитывал науку логики, через 10 минут они гарантированно засыпали. И никаких затрат на медикаменты, на всякие там снотворные. Это очень хорошее средство. Ну, наверное, вы знаете, что такое философия. Философия – это олицетворяется с совой Минервой, которая вылетает в сумерки и серым по серому, так сказать, пишет свои картины. Поэтому философия в этом смысле, конечно, это такое серьезное занятие. Серьезное, глубокое, но это глубина, которая есть во всем. Мы с самого начала с вами говорили о том, что мы изучаем всеобщие категории. Значит, вот если взять те категории, которые я сегодня произносил, да, ну, во-первых, у всего есть сущность, правильно?
У всего действительного есть сущность. Потому что если вы какую-то абстракцию возьмете, треугольник, у треугольника сущности нет. Ясное дело. А вот у какого-то треугольного предмета, который возьмете, любого треугольного предмета есть сущность. Предметы каждый, каждый объект исторический, каждый поступок исторический имеет свою видимость или кажимость. А вот мне кажется, что так. Что я хочу сказать словами «мне кажется»? Что с одной стороны, что вроде я это уже усмотрел, а с другой стороны, что, может быть, я и не прав, может быть, я усмотрел, но это не так, но мне кажется. То есть я только подхожу еще к истине. Кажимость. То есть про все то, что мы изучаем, сначала можно сказать, что оно нам кажется. Или что это видимость такая. И когда мы говорим «видимость», мы двояко поступаем. С одной стороны, мы говорим, ну, это только видимость. Дескать, а на самом деле все не так. А с другой стороны, это же видимость этой сущности. Вот мы ее уже видим. Видим ее. А как вы еще иначе увидите? Только через форму. Это относится ко всему. Если мы будем говорить просто о том, что существенно, что несущественно, ну, вам кажется, это несущественно. А мне кажется существенно. А то, что мне кажется существенно, вам кажется несущественным. Тут какой-то субъективизм. И вот Гегель говорит, что это категории такие, существенные, несущественные, они хоть и применяются в учении о сущности, они нас возвращают в сферу наличного бытия. А вот когда мы возьмем уже не такое существенное и несущественное, которые просто рядом лежат, а которые выражают сущность, то мы будем видеть моменты видимости, моменты кажимости. Форма. Какая-то есть такой бесполезный спор на тему о том, что важнее, что главнее, форма или содержание. Ну вот, если вы возьмете кожу человеческую, то как-то можно сделать вывод, что это, конечно, не самое главное, да? Вот у нас есть мозг, сердце. Но все знают, что если тело получило ожог порядка 60% площади, то человек не выживает. И то, что у него замечательный мозг и отличное сердце при этом, вопрос не решает. То есть форма содержательна. Форма содержательна. То есть не только как для лягушки, у которой, которая дышит вообще через кожу, но и для нас, которые дышат совсем не через кожу, а через легкие. А содержание, которое не оформлено, сказать, у меня вот хорошее будет содержание дипломной работы. Если она не оформлена, она не безобразна, то есть безобразна. Безобразная работа. Если она не привела ту форму, как ее должна форму приобрести? Так, чтобы она выражала ту мысль, которую вы излагаете. И чтобы эта форма соответствовала ей. Поскольку содержание всегда оформлено. Не бывает бесформенного содержания. Не бывает такого основанного, у которого не было бы основания. И нельзя говорить об основании, если на нем ничего не основано. Вот иногда мы наблюдаем, как закладывают фундамент. Хотят построить дом. Поскольку этого дома нет, и этот фундамент зарастает травой, потом кустарником, потом деревьями, то мы говорим, что это никакой не фундамент, это некая безразличная основа, на которой ничего не стоит. Это никакое не основание ни для чего. А вот когда мы возьмем вот этот дом, у него есть фундамент, на котором построены стены. Это основание, а дом представляет некое основанное. Точно так же, скажем, вот философские основания исторической науки – это вот некоторые всеобщие категории, которые можно считать фундаментом исторических знаний, в том смысле, что исторические знания более богатые и более конкретные. Правильно? Более богатые. Это что означает? Что они включают в себя все эти философские категории, но ими не ограничиваются.
философы со своими знаниями всеобщей категории в этом смысле беднее. Они знают эти свои всеобщие категории, но они не везде их применяют, а еще чаще и не применяют, а ограничиваются тем, что они их, так сказать, друг другу передают, студентам передают, аспирантам, и друг друга поздравляют, что они их освоили. Но метод, который не используется как метод, не метод. То есть мы иногда восхищаемся энциклопедистами, дескать, вот какие были способные люди, как они знали разные науки и тем, и тем занимались. Вот, скажем, это применимо и к Марксу, и Энгельсу, потому что они занимались и философией, и историей, и экономикой, политэкономией, и социализмом как политическим учением. Почему они занимались? Да потому что нельзя общество разорвать на отдельные куски в процессе, так сказать, изучения. Если его разорвете, то вы не получите самого общества живого. Поэтому не просто это заслуга их, а это просто необходимость. То есть нельзя быть историком, не зная, скажем, некоторых фундаментальных основ философской науки, настоящим глубоким историком. А плохим философом можно быть, если не знаешь исторической науки совсем. Значит, вот я знаю там раз, два, три, четыре, пять категорий, и, так сказать, их запомнил и не применил. А стакан, из которого не пьют, пишет Гегель, не стакан. Ну, это подставка, это что-то такое, какой-то формы, предмет. Но если из него не пьют, он не стакан. Метод, который не применяют, не метод. Поэтому, если люди не применяют, скажем, диалектику, и утверждают, что они диалектику освоили, они ее не освоили. Вот почему говорят, что Маркс и Энгельс сохранили диалектику, ядро диалектики. Даже по этому поводу есть анекдот, что сельские жители между собой разговаривают и говорят, вот, пойду на лекцию. Рассказывать про диалектику будут. Приходит потом. Ну что, что там была за лекция? Да я какие-то Маркса, какие-то Хегеля зерно украл. Небось судить будут. Так сказать, когда всем известно, что вот Маркс взял у Гегеля зерно диалектики. Да что значит взял? То есть он применил эту диалектику для построения системы экономических категорий в «Капитале» Маркса. Вот все эти три тома «Капитала» – это есть развернутое применение диалектики к изложению движения капиталистической общественно-экономической формации. То есть тот, кто хочет посмотреть, как это применяется, он может взять и сделать это. Скажем, я изучал диалектику и, так сказать, закрепил свое изучение только благодаря тому, что я подготовил диссертацию, посвященную противоречиям движения коммунистического способа производства его первой фазе. И вот эту диссертацию я и защищал на философском факультете. Если бы я это не применял, я не думаю, как можно удержать в голове, так сказать, все это движение категории, если оно никак ни к чему не применяется. То есть это, так сказать, некое догматическое было усвоение было, которое сводится к повторению того, что есть. Ну и я обращаю ваше внимание на такие очень яркие формулировки. Вот сколько люди ходят вокруг того, что такое закон, более простой формулировки, чем у Гегеля. Закон есть спокойное явление, нет. Или что такое граница? Запомнили, да? Граница – это что такое? Кто скажет? То есть это говорит о серьезности присутствующих. Они так просто слова на ветер не бросают. И на любые вопросы мало знакомых товарищей не отвечают. Значит, граница есть одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Пример. Вот студенты и преподаватель. Это два нечто, правильно? И есть одна и та же определенность – лекция. Значит, во-первых, лекция нас разделяет, потому что я вот здесь выступаю как преподаватель, а вы выступаете как студенты. Есть две большие разницы, с одной стороны. С другой стороны, лекция нас соединяет. Вы зачем сюда пришли? Лекцию послушать. А я зачем сюда пришел? Лекцию вам читать. То есть лекция нас соединяет. И обязательно не только разделяет, но и соединяет. Это и есть то общее,
та общая определенность, которая является нашей границей. Граница – это не то, что вот только вот некий водораздел, а граница – это одна общая определенность. Вы лекцию слушаете, я лекцию читаю, мы погружены в эту лекцию, и тем самым это есть нечто единое. А что такое конечное, кто скажет? Это, вот, так сказать, с лету сказать не так и легко. Что такое конечное? Нам приходится понятие конечного, есть конечное, есть бесконечное в истории. Что конечное такое? Как вы скажете? А у Гегеля это очень просто учение о бытии. Конечное – это нечто, взятое со своей имманентной границей. Возьмите это с границы, будет ограниченное, то есть конечное. Имманентное означает внутренне присущее. Тут никакой большой науки нет, но не какая-то чуждая граница, а вот вместе со своей границей. И вот с этим понятием конечного и с понятием границы конечного связана диалектика двух таких понятий, как предел и долженствование. Если граница – это граница двух нечто, она не только соединяет и разделяет два нечто, но раз она соединяет два нечто, значит, через границу идет выхождение к другому нечто. Правильно? Вот каждое знание, которое у нас есть на сегодняшний день, скажем, знание философии и истории, с одной стороны, нас ограничивает. Правильно? Вот мы это знаем, а дальше не знаем. Но если мы это знаем, если это философское знание нас ведет дальше, к новому знанию, то вот это вот движение через границу к другому называется долженствованием, о чем мы сегодня уже говорили. Быть тем, что я не есть. Каждый, кто хочет развиваться, каждый, кто хочет двигаться выше, выше и выше, что должен делать? Становиться тем, что он не есть. А тот человек, который говорит, я вот такой, больше я ничего не умею, я буду делать только то, что умею. Тот человек, который говорит, что он будет делать только то, что умеет, это ограниченный человек. Ограниченный. С другой стороны, а та граница, которую вы переходите в своем развитии, при движении к иному, как называется? Граница, которая переходит, как называется? Предел. Вот видите, как знает товарищ, здорово. Граница, которую переступают, называется пределом. Поэтому я думаю, что каждый, кто усвоил, что такое предел, не будет бояться переступать свой предел. Потому что всякое развитие состоит в постоянном выхождении за свой предел. Люди, которые не выходят за свой предел, это ограниченные люди. Ограниченные люди. А мы с вами, когда говорим о развитии, имеем дело с безграничным развитием. И если речь идет о безграничном развитии чего-либо, тогда мы берем уже бесконечное, конечное, в котором лишь его определенность. Вот человек как, не как индивид, а как вид, бесконечен и вечен. Правильно? Для историков вообще, они же изучают историю, то есть человечество в его движении, верно? Род людской. Для них этот род людской для историков вечен и бесконечен. Правильно? Я правильно понимаю вашу установку? Человечество, мы с вами вечные и бесконечные. Как кто? Как представители рода человеческого. Но как конкретные люди, конечные и не вечные. Но поскольку человечество существует только в конкретных людях, в конкретных, и только таким образом и существует род людской, каждый из нас, будучи конкретным, единичным человеком, личностью, тоже бесконечен и вечен в своих делах. И об этом никогда не надо забывать, что мы-то вот тем самым и творим эту бесконечность и вечность, как конкретные, единичные и конечные люди. Кого при этом называют гениями? Это обычные люди, но такие, которые настолько способны, талантливы, и настолько целенаправленно применили свой талант, что они продвинули в какой-то области человечество вперед.
А если не продвинули, были очень талантливы, но куда-то его задвигали назад, как Гитлер, например, вот человек талантливый, без сомнения. Он и книжку написал, и картины рисовал. Но его гением назвать нельзя, поскольку гений и злодейство – понятия несовместимы. Значит, у нас с вами предстоит экзамен. Расписание экзаменов мне уже дали. Единственное, что я его, так сказать, не отождествляю, какая группа и кто, где, но, так сказать, все даты мне уже даны, и даже аудитории. Первый у нас экзамен будет 9-го, а дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Я думаю, что когда вот эта сессия закончится, вам вывесят и расписание экзаменов, и сейчас его просто можно узнать. У Дмитрия в деканате, там, где Евгений Николаевич, он сидит, и он все знает про все расписание всего экзамена. Как будет проходить экзамен? Он будет проходить очень творчески. Вы приходите, поскольку я вам раздавал программу на дисках, а кто ее не имеет, тот у товарища попросит и перепишет. Вы выбираете себе два любимых вопроса и пишете на две странички ответ на эти два вопроса. Две. Ну, если вы напишете полторы вместо одной, то это не страшная ошибка. Но я вас призываю вот держаться краткости. Краткость. Да, да, больше. А, можно меньше. Пожалуйста. Вам главное показать, что вы знаете это дело. Второе, значит, если кто-то думает, что очень либеральный у меня метод принятия экзамена, что я вот вас прошу взять любимый и самим выбрать, но он, как всякое, так сказать, явление, имеет обратную сторону. Если вдруг вы плохо это будете излагать, значит, если человек любимые свои вопросы излагает плохо, ну, тогда он вообще ничего не знает. Правильно получается вывод такой? Поэтому что если вы выбрали, ну, вы должны это, так сказать, представить соответствующего. А если вдруг я заподозрю, что человек еле-еле эти вопросы излагает, но я могу сказать по опыту, я уже 4-й год читаю философию истории для 5-го курса исторического факультета. Ну, основная оценка была отлично и, так сказать, редкие четверки. В прошлом году я вот впервые поставил тройку. Это вот впервые за 3 года. И то вот какая-то попалась такая девушка, которая сказала, как это я вот буду тут думать, я так сказать, обычно если спрашиваю, и что-то мне непонятно или неясно, я предлагаю вам пойти и готовиться, подумать, изменить. И сколько раз вы возвращаетесь, это не имеет значения для оценки. Важно, чтобы вы нашли правильное решение. Но говорит, нет, ставьте мне двойку, ну что мне было делать? Если человек заявляет, что я не знаю, я же не могу идти на преступление. Он говорит, я знаю на двойку, а я поставлю тройку. Пришлось поставить двойку. Но это связано со всякими приключениями, с движением на осень. В итоге все равно она получила тройку, эту бедную и несчастную. Но, скажите, я потерял время, она потеряла время. И я хочу сказать, что нам это для изучения философии и истории не нужно. Поэтому давайте настроимся на такую позитивную работу. А для того, чтобы у нас эти экзамены вполне состоялись, что я, так сказать, думаю сделать? Мы в следующий раз, следующая лекция у нас будет через неделю, мы будем последнюю тему разбирать – исторические понятия. То есть мы в учении о понятиях. Исторические понятия. Что такое понятие? Вы можете сами, конечно, изучить через... полистав науку логики, почитав. Вот. Но я попытаюсь вам это дело растолковать, что такое понятие в отличие от бытия и сущности. Или в связи с бытием и сущностью. И мы попытаемся такие вот примеры исторических понятий привести, чтобы у нас это вот было достаточно рельефно. Это вот задача следующей лекции. И останется у нас еще... Насколько я понимаю, одна лекция. Значит, у нас сегодня 11-е, значит, 18-го у нас будет лекция, и 25-го. Как нам сказали, мне, по крайней мере, разъяснили, что заниматься мы должны до упора. Но надо понимать, что мы, раз уже мы готовимся к экзаменам, надо использовать наши возможности, какие есть, для того, чтобы лучше подготовиться. Я думаю, мы сделаем так. Мы можем 25-го числа провести тренировочное занятие, тренировочное, потешное сдача экзаменов. То есть вы
вот будете делать так, как на экзамене, сдавать мне будете, я тут же буду это все вам говорить, сколько я бы вам поставил, если бы сейчас я бы ставил, и возвращать это все вам назад. И вы, так сказать, готовитесь совершенно безответственно, как бы шутя, понарошки, а я понарошки вам, так сказать, как бы ставлю оценки, то есть никаких ведомостей не будет, никаких зачеток я у вас не беру, а мы с вами потренируемся, и поскольку мы меняем позиции, вы будете в числе тех, кто воспроизводит знания, правильно? То есть производитель знаний, а я в числе потребителей, то есть что вы мне скажете, я и слушать буду. Сейчас, то есть наоборот, сейчас вы как бы потребители знаний, а я как бы их производитель. То пока человек сам не воспроизведет, он не запомнит, не научится и не овладеет. Контрольный вопрос. Вот вы сдавать будете экзамен или держать? Держать. Видите, вот, то есть он придет со знаниями уже и выдержит экзамен, и пойдет дальше. А не так, что вот пришел человек, не расплескав, принес, сдал и ушел. И у него все пусто. Так вот, исходя из этого, мы, значит, устроим такую с вами тренировку, в ходе которой вы имеете право и возможность задавать вопросы, то есть это будет еще и консультация одновременно. Так, это будет 25 числа. 25 числа, так сказать, у вас есть какие-то вопросы, которые у вас вызывают сложность, вы мне их задаете, и я на них отвечаю. А если я на них не отвечаю, то я их и не задаю на экзамене. Вы скажете, что же вы сами не отвечаете, что же вы спрашиваете? Логично? Логично. Вот. Какие есть сейчас ко мне вопросы? Народ посерьезнел в связи с перспективой экзамена. Народ вообще серьезный? Вопрос такой. Да. А вот действительность, это она получается только со знаком плюс, то есть только с прогрессом или да. Может быть. Да, это выявленная сущность. Ну, то есть она только может быть в положительном варианте. Да. Это действительно. А остальное недействительно. Вот все плохое, что вы сделаете, это недействительно. Почему? А потому что вы человек, человек должен хорошее делать. А что вы там натворили такого? Вот, допустим, это то, что вы сделали, вот это все недействительно. Это вообще в истории не останется. От вас останется только то, что хорошее вы сделали. Правильно? Ну, это позитивизм такой. Да, оценивает вот истории, оценивает людей, потому что они сделали. Если вы скажете, я это не сделал, то не сделал, это сейчас вы про меня расскажете, я сколько чего не сделал, это ужас вообще. Я полный преступник тогда. Если рассказывать, что они... А вот что сделали вы, вот что, как вы продвинули человечество чем-то? Дом построили, следователь посадил кого-то, садовник дерево посадил. Это все положительно. Вот если посадить тех, которые по 3 миллиарда воровали, это вот, значит, продвинули человечество вперед, эти следователи. Это действительно исследователи. А прокуроры, которые выпускают тех, кто крышевал игорный бизнес, это не действительные прокуроры. Они же прокуроры. Прокуроры. Они прокуроры. То есть есть, есть. Существует, существует. Действительно они? Нет. Видите, какой этот способ, так сказать, эти прокуроры, которые выпускают тех, кто занимался, поэтому и продолжается этот игорный бизнес. Вот уже только что в Ленинграде еще закрыли несколько всяких таких игорных домов. Потому что это все плодится и распространяется, потому что, в общем-то, к ответственности никого не привлекли. Причем занимаются этим делом люди из прокуратуры, тем, чтобы защищать этих самых преступников. Еще есть вопросы? Нет, спасибо за внимание. Всего вам доброго.